Кира Арзамасцева учится в Щелковском колледже на косметолога по специальности технология эстетических услуг. Но свободное от занятий время проводит в швейной мастерской. За соседними машинками подруги-студентки, а также преподаватели. Хотя такой специальности в колледже давно нет. Быстро освоили швейное ремесло и теперь шьют все необходимое для участников специальной военной операции в зоне боевых действий и в госпиталях. Плащи, варежки, трусы, шорты. Все. Все уже можно садиться за все, что угодно. Все уже рука набита. Делаем, делаем. Каждый день сидим. Очень долго, конечно, все это происходит, но все же. В колледже создано сообщество «Отзывчивые сердца», которое с первых месяцев СВО включилось в работу. Собирали гуманитарную помощь и отправляли на Донбасс. Но умелые руки студентов и их наставников не могли не пригодиться в деле помощи нашим военным. Потом нас спросили, а можете ли вы шить? Мы подумали, что у нас есть швейная мастерская, есть один преподаватель, который, правда, уже лет 20 эта мастерская не использовалась, но мы ее бы решили попробовать восстановить. Получилось у нас. Колледж сотрудничает с воинскими частями, с другими волонтерскими организациями, автоклубом «Бравис», «С миру по нитке», фондом «Вера, надежда, возрождение». Первый заказ, который получила мастерская – пошив плащ-палаток. 200 с лишним штук мы отправили вот еще недавно. Привозят материал, говорят, какой заказ нужен, и мы делаем. И, допустим, мы постельное белье, да, или трусы тоже из своего материала. Нашлось занятие и для юношей. Вместе с мастерами они изготовили партию печек-буржуек. А консервные банки здесь теперь не выбрасывают. Из них делают окопные свечи. Сами готовят и фасуют одноразовые сухие пайки. И вообще готовы взяться за любую работу, лишь бы облегчить бойцам суровую фронтовую жизнь. Мы делаем сухари, мы нарезаем хлеб. Щелковская хлеб-пекарня нам предоставляет хлеб. Мы их сами режем и сушим в нашей же столовой. Также наши мальчики делают сами стельки, ну а девочки шьют. Просто у них было желание, мы попробовали. Знаете, мы не искали возможности отказаться, мы искали возможности, в общем, поучаствовать в процессе. Щелковский колледж, конечно, получает обратную связь. Бойцы, среди которых есть и его выпускники, пишут письма, присылают видеообращения. А на днях в структурное подразделение номер 6 приехали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и его местный коллега Андрей Якубов с подарками и благодарностями. Нам сегодня приходится на всех фронтах вести оборону. И на военном, и на политическом, и на экономическом, и на финансовом, и на духовном, и на спортивном, и на культурном. То есть вот какой спектр тех задач, которые сегодня решает наш президент, правительство Российской Федерации, в целом наша страна, наши вооруженные силы. Многие люди приходят на помощь участникам СВО по велению сердца, отметил Владимир Шапкин. По сути, как в 41-м поднялась вся страна. Значит, победа будет за нами. А Щелковский колледж, благодаря участию в волонтерской работе, снова будет готовить швей. На основе этого опыта, кстати говоря, в этом году мы запускаем эту специальность. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.